Всех приветствую, уважаемые любители футбола. Вот-вот начнется уже первая игра на турнире. С 4 по 6 августа в Нижнем Тагиле проходят всероссийские соревнования по футболу среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля». Вот-вот начнется, будет играть команда из Санкт-Петербурга, Паралимпик, и команда из города Всеволожск, Ладога, Ленинградская область. Еще одна попытка выйти из обороны в исполнении Ладоги. И кому мяч достается? В этот раз, судя по всему, Паралимпику. Да, так оно и есть. Будет вводить Разиля Ермакова. Мяч в игру. Борьба и удар по воротам. Но сумели в этот раз справиться с этим мячом в команде Ладога. И отправляются в наступление игроки Паралимпика. Застревает мяч в обороне, и будет ли 2-0, да, 2-0 становится, еще один мяч забивают игроки Паралимпика. И вновь шаг вперед, я так понимаю, будет пытаться. Нет, пенальти назначается, вот такой вот момент. Есть возможность у Паралимпика выйти вперед. В прошлой игре получилось отразить пенальти. Ну и в этом матче нет, все-таки добивание. И 1-0 добивается. Все-таки успеха. Команда Паралимпик. И становится счет 1-0 или нет? По-моему, мяч на центре, так что 1-0, Паралимпик выходит вперед. Паралимпик будет вновь атаковать. Передача не проходит. Еще одно столкновение. Еще одна возможность отличиться для Паралимпика, но передача не прошла. Или удар по воротам. Можно сказать, что именно было задумано. Мяч вновь достается Паралимпику. Хорошая передача и гол! 2-0 становится счет в матче. Здорово получилось разыграть в этом моменте. И аккурат под штангу мяч все-таки залетает в ворота. 2-0, Паралимпик укрепляет свое преимущество. Вступили они Red Star 07. Как будет в этот раз? Момент мог бы быть, но удар по воротам не последовал. Не получилось по мячу попасть. Но Финис продолжает атаковать. А благо защищаться. Попытка сразу мяч вперед отправить. Не получается. И до ворот мяч доходит. И есть момент у команды Финист. Будет ли удар? Нет, все уже.
ушел момент для удара и выкатывает мяч за пределы площадки, достается команде Благо. Отправляются они в наступление, по крайней мере попытаются это сделать, и прокатывается мяч. Будет ли удар? Ну, заблокирован он. Заблокирован он, и все-таки 1-0 становится счет в игре. Финист забивает мяч и делает счет 1-0. И пошли в атаку. Нет, вновь накрывают. В команде Паралимпик это наступление Ладоги. Новая попытка. Внести мяч в игру. Передача неточная. Сразу же Паралимпик перехватывает мяч. И очень опасный момент. Пролетает все-таки мяч рядом со штангой. Передача, удар, и нарушение фиксирует арбитр. Теперь будет пенальти или свободный, как правильно называется, в исполнении команды. В исполнении команды Ладога. Доставится мяч на точку. И прекрасная возможность для Ладоги сократить отставание в счете. Естественно, основательная нужна подготовка, но Разиля Ермакова в очередной раз выручает. Но атака не закончена, можно попытаться добить. Нет, в этот раз все-таки отбивается Паралимпик и в контратаку устремляется. И штанга! Немного не хватило Разили Ермаковой, которая протащила мяч со своей половины площадки, но немного не хватило, самую малость, чтобы сделать счет 3-0. Наступление, ну и в этот раз попытка неудачная. Хороший момент у команды Финист. Еще удар, еще удар, и 3-0. Становится-таки счет в матче. Добиваются своего игроки команды Финист. И на этом заканчивается встреча. 3-0. Финист побеждает. Я же с вами на этом буду прощаться. Меня зовут Владимир Смирнов. Надеюсь, вам было интересно моей компании. До скорых встреч. Пока-пока.